Наш самый продаваемый лев, императорский, вот таким образом выглядит на этапе заливки. Заливается в форму, монолитный бетон, прочный, крепкий, протрясается, чтобы все плотненько леглось, никаких ни пузыречков, ни трещин не осталось, и чтобы по качеству получился топчик. После того, как заготовка набрала прочность, мы начинаем вышпаклевывать, убираем швы, убираем все точки, доводим до абсолютно идеально гладкого состояния. Вот, нанесли черный уже фасадную красочку, только-только еще поблескивает где-то. Но насколько же офигительно они смотрятся в черном мате. Я себе с большой долей вероятности в дом поставлю именно, точнее при входе, при входной группе, парочку вот таких матовых на подставке. Мне кажется, они с таким бордовым клинкером будут смотреться бомбически. И, соответственно, ну, может быть, там слегка отдать какую-то патину, чтобы объем выделить. Но в целом, конечно, вот чернота, она смотрится офигенно. И ну и на финалочку получается у нас вот такие замечательные золотые львы после всех процессов курения, шпаклевки, покраски и переводки. Мощные, сильные, накачанные, здоровые, крепкие львы. Взгляд как у BMW, морда как у Lexus, рык как у Mercedes AMG. И вот эта красота может стоять и украшать вход в ваш дом. Все соседи, все проезжающие будут знать, что здесь живет настоящий лев.